Всем доброго, прекрасного дня. Так, выдохнул. Вот он труд-то. Кто убирает газоны? Конечно, дворники? Я уже два мешка. Раз, мешок, два. Всего лишь мы сели и убрали вот пятачочек, смотрите. А еще сколько убирать? Здесь 100 квадратов газона. Надо же ее причесать, листву убрать. Это какой-то трэш вообще. Вот даже. Ну чего, поехали дальше работать. А там еще, слышите, клиенты звонят в воскресенье. А мама там проливает кипятком. Вот у нас сегодня субботник. Что она там делает? Ну, что-то обрезку в саду в своем делает. Ну, такое у нас уборка. Сейчас здесь везде подметать надо. Вот у нас две яблони. Видите, раз. Ой, яблони, береза. Раз, два, три березы. Что? Ничего, что? Вот, собирай. Здесь. Вот, смотри, я уже сколько собрала. Да, да, скажи. Мам, смотри, я уже сколько собрала. Смотрите, мы с ней прибрали, только почти 2 часа прошло. Смотрите, кусочек. Его. Еще сколько раз. 5 мешков уже таких собрали. Конечно. Сжигать потом он в бочке. Сейчас еще вот еще угол высадили. В общем, кто хочет газон и деревья всякие плодовые. Не садите ничего. Но у нас тут березы. Я срублю вот эту березу. Одну, 3 оставлю. Здесь лавочку сделаю вокруг березы. Чтобы посидеть, качель. Да? Качель? Да. Тарелка. А вот там, смотрите, голубая елочка у нас. Все отлично. Колючая. Колючая. Ой! Ну-ка достань листочек. Колючая. Практически уборка закончилась. Это надо все сжечь. В следующие выходные еще подсохнет солнышко. Неделю обещается, все жгем. Осталось здесь с керхера помыть палубу. Ну вот, за целый день. Какая красота. Прошерстили, прогроблили, удобрили. 7 мешков опилов и всякой требухи. То есть вот с этих наших берез. 3 березы, 4 березины. Вот эту я срублю на следующей неделе. Она тут мешает. И вот эту, наверное, не знаю, вот эту, наверное, срубить. Эту оставить. Видите, тут у меня их сколько. Видно будет. Это вот. Скоро будет зеленая. Ну, посмотрите, какой газон. Какой газон. Летом у нас был. Сейчас фотографии здесь где-нибудь вставлю. Красота какая. Там малинник будет. Елочка растет. Такие яблони. 3 яблони. Вон там вишни, кажется. Так, все. Надо идти. Юля там готовит нам ужин. Вкусный, вкусный. После трудового тяжелого дня Юля жарит картошечку. Готовит, да? На всех ужин. Да. Да. Ребрышки. Видите, какие сочные, вкусные в маринаде. Обалдеть. Вот так вот. Прибрались, убрались, порядок навели. Работа кипит. Теперь законный ужин, да, Юля? Угу. Так вот.